Привет всем! Вы на канале вязания, и я Светлана. Сегодня я хочу показать вам, вот связано гофре плиссе узор, и я теперь хочу показать, как закрыть складки, чтобы они при носке и после стирки не разошлись. То есть закрытие петель покажу. Это на лице, а это на изнанке. А здесь смотрите, как оно вот так. Еще раз показываю. Закрываем мы на лицевой стороне. Вот так вот ширина. Так. Начинаем вязать. Я буду продолжать. Я специально провязала, чтобы было наглядно видно. Так, смотрите, где у нас изнаночная, мы провязываем 2 петли изнаночной. Провязали. Теперь следующая идет у нас лицевая, та, которую мы провязали изнаночной. Я ложу ее таким образом. Так, теперь смотрите на левую спицу. Теперь там, где вот ребро идет лицевая петля, мы их провязываем 1, 2 и 3, 3 петли лицевой. То есть это ребро мы провязываем одной петлей, 3 петли, 3 петельки лицевой. Теперь у нас идет следующая. Изнаночная. Мы провязываем изнаночной 2 петли одной изнаночной петлей. Теперь у нас следующее ребро идет на изнаночной стороне. Вот оно. Мы провязываем с правой на левой ложим, то которую вот провязали. И провязываем ее изнаночной 3 петли. Вот 1, 2, 3. Провязали. Теперь следующую мы провязываем изнаночной 2 петли одной. И следующее ребро вот идет лицевые. Эту петлю на левую. И провязываем лицевой 3 петли. Вот 1, 2, которая вот ребрышко идет, и 3. Провязываем 3 петли одной лицевой. Дальше изнаночная 2 петли одной изнаночной. Теперь следующее ребро у нас идет на изнаночной стороне. Значит, мы ее провязываем 1, 2, 3 петли одной изнаночной. Теперь опять 1 изнаночная провязывается 2 петли одной изнаночной. Теперь лицевая идет 1, 2, 3. Мы провязываем лицевой. Теперь опять 1 изнаночная. Теперь ребро у нас на изнаночной стороне. Мы провязываем 3 петли одной лицевой. Раз. Смотрите. 1, 2, 3. Провязали одной петлей. Теперь опять 1 изнаночная. То есть мы провязываем 1 изнаночную, 2 петли 1 изнаночной. Так, дальше мы провязываем там, где лицевая посередине, вот петля идет на лицевой стороне, ребро лицевой. Мы 3 петли 1 лицевой, потом опять 1 изнаночная петля. Провязывается 2 петли 1 изнаночной, затем опять
вяжем 3 петли, провязываем 1 изнаночной, затем 1 изнаночная петля, 2 вместе провязываем 1 изнаночной, и теперь 3 петли провязываем 1 лицевой, дальше 2 петли провязываем 1 изнаночной, теперь 3 петли провязываем 1 изнаночной, и так вяжем до конца. Так, теперь 1 изнаночная петля, и в конце мы опять тоже провязываем последние 2 петли 1 изнаночной. То есть сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, что у нас получилось. Видите, как красиво закрытие петель. И они при этом не будут расходиться вообще. Это на лицевой стороне. А это на изнаночной стороне. Еще раз показываю. Это вот оно как ребрышками, так и будет. Вот. То есть, повторяю, при закрытии мы вяжем 1 изнаночная лицевая. В общем, 2 петли провязываем 1 изнаночной. Затем провязываем 3 петли 1 лицевой. Затем 1 петля провязывается, 2 петли провязываем 1 изнаночной. И потом вот такое ребро, вот, которое на изнаночной стороне, получается 3 петли изнаночной. То есть, вот показывая на рисунке, на узоре, мы провязываем 1 изнаночную, потом провязываем 3 петли, где вот ребро на лицевой стороне, лицевой идет посередине, 3 петли 1 лицевой, затем 1 изнаночная, 2 петли 1 изнаночной провязываются, потом вот ребро идет, которое с изнанки. Мы провязываем 3 петли 1 изнаночной, и затем опять 2 петли 1 изнаночной. Так повторяете. Вот закрытие бесподобное. И не после стирки, не после носки, но не растягивается и не расходятся складки. Все, на этом все. Спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментарии пишите. До новых встреч. До свидания.